Мы уже рассказывали накануне о том, что Тверь первая среди других регионов страны приняла музыкально-патриотический марафон «За Россию». Это только старт масштабного федерального проекта, который продлится до 5 мая и охватит более 30 городов в 6 федеральных округах. Вечером 12 апреля в ККЗ «Панорама» состоялась вторая часть марафона – музыкальная. Несмотря на будний вечер, все-таки вторник на дворе. Зрители почти на 100% заполнили все места в самом большом киноконцертном зале города. Ожидаем хорошего концерта. Да, нам очень нравится исполнитель. Очень наверное, помочь и постоять за Россию, так сказать, пусть таким образом. Поддерживаем нашу страну, поддерживаем нашего президента, поддерживаем наших ребят. Я ожидаю здесь увидеть группу «Послезавтра», потому что у них очень классные песни и достаточно бодрящие. Мы хотели бы услышать патриотические песни про нашу страну, поддержать ее. Перед зрителями выступил целый ряд исполнителей. В каждом случае со сцены звучали песни о нашей стране, о патриотизме, о любви к защитникам Родины. Даже если это, казалось бы, несерьезная композиция Валерия Сюткина «Любите девушки», которую исполнила тверская кавер-группа «Купе». Любите девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Группа «Послезавтра» еще не так давно, 18 марта, в день воссоединения Крыма с Россией, исполнила песню «Своих не бросаем» на спортивной арене «Лужники» перед 200-тысячной аудиторией. Тогда же был сделан видеоклип, который теперь продемонстрировали тверским зрителям. Мы хотим рассказать то, что чувствуем, то, что думаем, про нашу Родину, про нашу страну, то, какой мы ее хотим видеть в будущем, и то, что хотим изменить уже сегодня. У нас великая страна, и у нее великое будущее. В этом нет ни единого сомнения. Мы хотим ее видеть большой, крепкой, процветающей, дружной. Также в этот вечер для гостей марафона выступили Московский театр поэтов, народный артист России Василий Герелло, заслуженный артист России Денис Майданов. Сегодня я спою свои лучшие песни, среди которых те песни, которые пожелали услышать люди. Это, наверное, самое главное. Это и флаг моего государства, и «Пролетая над нами», и «Вечная любовь», песни о мире, о любви, о нашем будущем, о нашем настоящем. В первую очередь зрители должны увидеть, что с ним всегда были и остаются те артисты, которые любят Родину. Следующими после Твери городами на карте марафона «За Россию» станут Астрахань и Новосибирск.